зовут Ангелина. И меня зовут Кэти. Сегодня мы будем делать снекс для детей. Нам нужно шоколадный пудинг, конфеты, червяки, шоколадное печенье, молоко, миска с цукрами и баночки. Высыпаем пудинг в миску. Теперь открываем молоко. Аккуратно наливаем кружку. Нам нужно 2 кружки. 400 грамм. Берите молоко. Выливаем молоко в пудинг. И помешать. Аккуратно помешать. Пудинг станет густым. Теперь берем печенье. Убираем крем. Шоколадные печеньки положим в пакет. Делаем так со всей пачкой. Нам нужно только черные печеньки. YouTube-канал «Семья Савченко» предлагает вам не только подготовленные видео, но и возможность распечатать в PDF-формате уроки английского, слова, песен с аккордами, уроки, игры на синтезаторе, рецепты. И это еще не все. Мы приготовили для вас еще больше подарок, предоставляя вам возможность скачать в MP3-формате все уроки английского языка, песни, музыку. И все это совершенно бесплатно. По вашему расположению, желанию и возможности, вы можете поддержать развитие нашего канала на сайте savchenkofamily.com/ru. Спасибо вам за ваше понимание, расположение и поддержку. Теперь печеньки нужно сломать, а можно вот так покатать. Теперь нужно высыпать миску. Высыпаем все печенья. Аккуратно, не посыпать на стол. Это будет земля для свитков. Наши черные печеньки. Берем 1 ложку печенья и кладем в банку. Так нужно насыпать во все банки. Теперь положим 1 червяка в банку. 1 червяка в каждую банку. Теперь положим 2 ложки пудинга в каждую банку. Теперь положим 1 червяка. Опять положим 1 червяка в банку. И опять пудинг в каждую банку. И опять червяка. Теперь посыпем землей. Печеньками. Запомните, это все можно кушать. Это шоколадный пудинг, печенье и конфетки. Вот такие баночки с землей получились. Мы украсим баночки с красивыми цветочками. Порежем их и поставим баночки. Вот такая красота у нас получилась. Спасибо, что смотрели на эти видео. Пока. С вами были Ангелина и Кэти. Пока.